больше месяца прошло с тех пор, как прозвучал первый свисток, открывший новый волейбольный сезон. И омские болельщики уже успели насладиться перипетиями большого волейбола. Укомплектованная, подготовленная команда «Амичка» вступила в борьбу за первенство в Суперлиге в конце ноября. За 4 сезона пребывания в элите отечественного женского волейбола «Амичка» успела зарекомендовать себя и заставила уважать. В текущем сезоне перед командой стоят высокие задачи. Нужно набирать очки, нужно делать победы и к концу чемпионата, конечно же, получить максимальный результат. А результат, я считаю, что для нашей волейбольной команды уже давно по плечу, и нужно попадать в призы. Нужно бороться за медали. Главная команда Омской области «Амичка» провела со старта турнира 7 матчей в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. Одержала 4 победы. В 3 встречах соперники оказались сильнее. Правда, в 2 из них на тайбрейке. И на сегодняшний день дружина Виктора Ушакова с 13 очками расположилась на 5 месте в таблице розыгрыша. График игр такой плотный, что тренировочный процесс идет по минимуму. То есть чистых тренировок для исправления ошибок очень мало. И здесь, конечно, насколько уже каждый из игроков в состоянии понять, исправить это все в процессе уже игр, настолько, наверное, уже и будет зависеть результат. В напряженном графике, играя на 2 фронта в национальном чемпионате и в Европейском кубке вызова, наша команда провела большинство матчей на домашней площадке. «Амичка» уже встретилась с сильнейшими клубами прошлого сезона. Причем действующий чемпион страны, подмосковная «Заречье» Одинцова, уехала из Сибири побежденным. А вот 2-му и 3-му призерам прошлого года, московскому и краснодарскому «Динамо», «Амичка» уступила. Но и эти игры на арене спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова доставили болельщикам истинное наслаждение от волейбола высокого класса. В команде нормальная атмосфера, рабочая, хорошая, девчонки дружные. Единственное, я говорю, что переживают, все тяжелые поражения переживают. И, конечно, здесь как-то, наверное, одно из самых таких вот будет основных, чтобы, несмотря ни на что, команда, девчонки смогли сохранить ту атмосферу, которая сейчас есть на данный момент у нас в коллективе, и чтобы реально были сплоченными и дружными, и в каждой игре боролись, как говорится, один за всех и все за одного. До окончания регулярного чемпионата «Амичке» предстоит еще немало серьезных противостояний. В феврале, к примеру, нашу команду ждет непростое турне по маршруту Казань, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург. Последние туры регулярного чемпионата пройдут в апреле, и по их завершению, в играх плей-офф, будут разыграны медали турнира.